Хочу рассказать про моих помощников с грудным ребенком. Первый мой помощник – это вот такая вот кровать с маятником, кровать-качалка. Очень удобно, когда есть возможность не качать ребенка, а положить в кроватку и просто немножко покачивать кроватку. Второй мой помощник – вот такой вот мобиль на кроватку. Тут есть функции просто вращения без музыки. Они покатились. Так, есть с музыкой. Тоже под эту музыку очень хорошо засыпает. Тут, по-моему, 5 мелодий. И через 30 минут она сама выключается. То есть ребеночек уже уснул, и она сама выключается. Помощник номер 3. Это вот такой вот комод. Пеленальный столик. Я сомневалась, нужен ли мне вот этот пеленальник. Думала, может быть, можно как-то на кровати, но спина болит. В общем, вот это вот очень удобно. Можно вот так вот сложить. Когда ребеночек подрастет, мы вот эту часть просто снимем, он будет обычный ее комодик. Помощник номер 4. Вот такой вот развивающий коврик. Очень яркий. Есть разные пищалки. Тут у нас вот прорезыватель лежит. Так, что тут еще? Шуршуденьки вот такие вот. Ей очень нравится шуршат. Она их пробует кусать. Так, есть вот такие вот петельки. Ей тоже очень нравится вот их так потрогать, потянуть. Но больше всего ей понравилась вот эта вот бирочка. К ней она все время прям подползает и начинает ее тоже все трогать, пытаться засунуть в рот. Так, ну тут по стандарту было зеркальце и несколько игрушек. Тут вот. Вот такое солнышко, оно тоже музыкальное, по нему достаточно немножко ударить, но я сейчас не буду. И оно играет короткие мелодии. Ну и также можно различные игрушки подвешать вот на дырочки на разные расстояния. Вот, я, конечно, стараюсь периодически менять игрушки, потому что ей как-то поднадоедают одни и те же. Вот. Вот нам еще вот такую вот подарили. Это вешать на переноску в автомобиль, либо на коляску. Ну, пока она у нас висит здесь, вот на коврике. Вот тоже гремит. Так. Помощник номер 5. Это радионяня. Очень удобная вещь, когда ребеночек здесь уснул в комнате, а я ушла, например, на кухню, что-то готовлю. И очень хорошо слышно. Если ребеночек проснулся, я могу сразу к ней подойти. Еще вот такая вот игрушка. Я ее заказала на AliExpress. Что-то она там стоила совсем недорого. Что-то где-то рублей 300. Вот, тоже ей в последнее время уже стало интересно. Она музыкальная. Сейчас загремит. В общем, все нажимается. Есть зверятки. Он абсолютно, тут в нем ничего нет. То есть там просто какие-то микросхемы. На ощупь очень мягкий. И в последнее время тоже он очень нравится.